Здравствуйте. Сегодня у нас получается карп на мангале. Погода, конечно, не ахти, сырость стоит. Из-за того, что сегодня на данный момент у нас получается 18 апреля 2020 года. Завтра Пасха, ребят. Ну, видео, конечно, выйдет завтра. Всех с Пасхой, Христос воскрес. Всем блага, всем здоровья. Самое главное, ребят, здоровья. Вот такой карпик у нас чищенный уже, мытый, отекает под навесиком. Карпик отечет, жабры выдраны. Карпик отечет, мы его специями, солью и перцем намажем. И на мангальчик, в решеточку. Надеюсь, будет вкусно. Если честно говоря, ни разу рыбу на мангале не готовил. Но, надеюсь, будет вкусно. Оставайтесь, подписывайтесь на канал. Ставьте лайки, ставьте дизлайки. Кому как удобней. И еще раз говорю, я не учу кого как готовить. Я просто показываю, как я готовлю. Итак, ребят, здесь у нас приправа для рыбы. И соль. Больше ничего. Сейчас вот эту красавицу мы вот так вот прорезали с обеих сторон. Натираем этой специей, что в тарелочке. И разжигаем мангал. Специя у нас для рыбы получается, ребят, вот такая. Итак, разожгли мы мангальчик, березовые дровишки, решеточку заодно обжигаем. Сейчас решеточка обгорит, пока дровишки горят. Щеточка по металлу, у меня для мангала специальная щетка есть, больше никуда я ее не пускаю. Смазываем решеточку подсолнечным маслом, выкладываем карпика и на мангал. Как-то так. А решеточку смазываем маслом для того, чтобы рыбка не прилипала. Решеточку обожгли, мангальчик наш горит, будь здоров. Вот решеточка, чистая щеточка, прошли по решеточке. Вот, да. И вот мангальчик. А вот там солнышко светит хорошо прям. А полчаса назад снег шуровал, будь здоров. Вот вам и апрель. Все говорили, зима, мало снега. Апрель добавляет снег. Итак, карпик у нас промариновался, получается, 40 минут. Вот мы его на решеточку положили, карпика. Вот так он у нас лежит с насечечками. И начинаем жарить. 2 минутки вот эта сторона побыла. Уже, смотрите, поджаривается. Да, заметно. Мне просто... На экран солнышко светит. Во. Вторая сторонка подходит потихонечку. Ну, вот так, туда-сюда, туда-сюда. То и дело, вертеть надо, чтобы не подгорело. Вот такой карпик получается. Сейчас вторая сторона дожаривается, все нормально. Как-то вот так, ребят. Так, ребят, вот такой карпик у нас получился. Смотрим. О, не подгорел. Нормалек. Тут потемней, тут посветлее. Но карпик получился обалденный. Приятного аппетита. Да, кстати, забегая вперед, мы уже попробовали немножко карпика. Карпик получился сочный, хороший. Все, ребят, до скорой встречи.